якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із колонки Валерія Залужного, видання The Economist. Він там озвучує, ну, тривожні, не тривожні тези, от наразі ви так скажете свою точку зору. Він говорить про те, що ситуація зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися або однаково технологічно оснащена. Також він говорить про те, що було помилкою сподіватися на виснаження Росії. І генерал вважає, що для виходу з глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок. Так, а що це може бути за вихід із цієї ситуації? Як ви сприйняли цю статтю? Ну, нормальная оптимистическая статья, реалистичная, грамотная подача информации и разложена по направлениям, над чем работать. То есть это так военные мыслят, так военные видят. Возник вопрос сразу по предложению по его устранению. Так, кстати, любой командир правильно должен относиться к информации, которая идет от его подчиненных. Приходит к тебе твой зам и говорит: товарищ полковник, у нас такая-то проблема. Как вот полковник, чтобы долго не думать, у него спрашивают: ваши предложения по решению этой проблемы. И предложения, которые приносит зам или командир подразделения, их в основном и надо ложить в основу выполнение этих задач. Так вот, примерно так же само делает и генерал Залужный. То есть он сразу показывает проблему и методы ее и решения. Это так работает мозг военного. И если эта подача идет именно в этом по плане, это значит оптимистичное восприятие и оптимистический прогноз сразу с решением возникших каких-то моментов. Ничего страшного, это рабочая ситуация, грамотная, правильная. И вот Залужный, допустим, если он ее подал уже в эфир, это значит, он показывает решение проблемы, то есть сразу показывает проблему и показывает, он так научен, это так военные все научат. Это, когда показываешь проблему, сразу предлагай методы ее решения. Иначе тогда ее не показывай. Почему? Потому что ты тогда, значит, ненормальный командир, то есть не готов принимать и предлагать оптимальные решения из выхода из этой ситуации. Потому так могу даже такую маленький совет дать или приоткрыть определенную часть военной деятельности, особенно командирской. Можно вообще ничего не делать и ничего не думать. Тебе все придут заместители и все принесут, рассказывая, что надо делать. Просто утверждай их планы и все. А тот заместитель или командир подразделения, который приходит и не предлагает решение вопросов, его надо убирать. Это ж как поменять, то есть это как посмотреть по матрице Манштейна. Есть такая матрица Манштейна. Офицеры делятся на 4 категории. На умных, ленивых, умных, активных, на дураков, ленивых и дураков, активных. Вот примерно деление всех офицеров. Так вот, оптимальный, самый, так сказать, лучший из этих всех категорий – это ленивые умные. Они лишнего дела делать не будут. Есть ленивые активные. Есть дураки активные. Это вообще смерть. Их сразу надо порастреливать, потому что столько натопчут, что мама не горюй. Есть, допустим, ленивые дураки, которых можно оставить, они будут выполнять задачи умных активных. То есть вот пара свод умного активного и ленивого дурака, вот они будут выполнять задачи ленивого умного. И вот здесь, вот исходя из этой всей матрицы Манштейна, надо и принимать правильные, грамотные решения, исходя из тех предложений, которые дают командиры, видя, где, на какой из этих четырех ступеней находится этот командир. Командир подразделения или зам. Потому Залужный очень правильно, очень грамотно, еще раз повторюсь, подал проблему и сразу подал методы ее решения. Авиация, артиллерия, радиоэлектронная борьба, ну и так далее, и тому подобное по списку. Так, а ситуація на фронті, яка от є на сьогоднішній день, це глухий кут, в якому ми опинилися, чи ні? Діло в тому, що це все залежить від задач. Тобто, а якої задачі мається в виду, тобто, глухий угол?
То есть какую задачу? Задачу освобождения наших территорий, так почему он глухой? Мы движемся, первая задача любой армии – уничтожение армии противника. Каждый день под 1000 россиян отминусовываем, вот за прошлые сутки там под 1000 ушло, и 60 стволов отминусовали, 18 танков и 42 артиллерийских системы. 60 стволов в сутки, так это вообще отличная тема. Дело в том, что, ладно, россияне не могут еще пособирать по этим губерниям всяким, а техники нет. С Северной Кореи там что-то подбросят, китайцы что-то подбросят. Но оно же заканчивается с такими темпами, потому однозначно никакого глухого угла в этом смысле нет. То есть мы выполняем основную задачу, ту, которую для себя каждый военнослужащий видит в своей присяге. Сохранение территориальной целостности, восстановление территориальной целостности, суверенитета Украины. Она выполняется уничтожением противника, неважно, где там мы находимся. А вот вопрос в продвижении и особенно вопрос, связанный в потерях. Так вот, для того, чтобы двигаться без потерь, для этого нужна авиация. А вот это вот, это глухой угол однозначно. Без авиации двигаться так, как расписано с авиацией, же ж невозможно. Слишком большие потери. Потому мы сейчас уперлись в отсутствие авиации. Пока она не появится, оптимальный вариант, то есть двигаться в таком режиме, как мы сейчас двигаемся, не ускоряясь. Ускориться можно только получив ракеты. Не намного, там в 2-3 раза, но не в 10, как с авиацией. Ракеты уровня атакамсов, то есть кассетные, ну их целый спектр ракет, начиная от ракеты М-26 к Хаймерсам и кассетных боеприпасов, в том числе кассетных, и заканчивая Хаймерсами М-39А1 с дальностью 300 км. Іване Георгійовичу, от щодо авіації, більш детальніше можете пояснити? Валерій Залужний в цій статті говорить, що F-16 можуть вже бути менш корисними. Він говорить про те, що нові ракети С-400 росіян долітають за межі Дніпра. І, до речі, можливо, бачили вони, що його обіцяє, коли ми отримуємо F-16, він обіцяє за 20 днів їх всіх знищити. Так от ця модернізація, так, яка відбулася ППО у Росії, наскільки це для нас є серйозною проблемою? І чому тоді так Залужний говорить про те, що вже менш корисні F-16? Ну, а дорога лоска к обіду, це ж однозначно. Допустим, год назад, если были F-16, у россиян бы оставалось определенное количество самолетов и не модернизованные С-400. Они сейчас действительно ракеты получили с дальностью за 300 километров, могут выполнять такого рода задачи. Ракета земля-воздух и воздух-воздух, то есть и эти ракеты для Су-57 у них есть. То есть россияне что же, они понимают, что нам в конце концов передадут F-16, такое впечатление, что наши партнеры сначала предупреждают россиян, подготовьтесь, через год дадим F-16, и россияне начинают готовиться. Мы с вами об этом говорили несколько месяцев назад, они начали восстанавливать летный состав на самолетах МиГ-29 и Су-27, те самолеты, которые они давным-давно уже сняли с боевого дежурства, они стояли у них в запасе. Вот они сейчас их поднимают, восстанавливают и летчиков восстанавливают. То есть они увеличивают, об этом Залужный говорит, увеличилось количество у россиян, количество самолетов, летчиков, оно же увеличилось только за счет вот этих старых самолетов прошлого тысячелетия, но они их модернизовали, это мы их не модернизовывали, а россияне же их модернизовали, и в принципе они могут выполнять такие же задачи, как и новые, ну не в таком объеме, конечно, но примерно те же задачи могут нести большую часть тех ракет новых, которые россияне произвели. Так вот, дорога ложка к обеду, год назад F-16 произвели бы фурор при выполнении боевых задач, а сейчас, на данный момент, наши партнеры дали россиянам подготовиться к встрече F-16 и ПВО, и количеством авиационной техники, и сейчас нам надо их как минимум, больше, не столько, сколько запрашивали, это не там 50-60 и не 100, не 120, нам надо 150-200 самолетов, это как минимум, причем разноплановых, начиная от эскадрильи радиоэлектронной борьбы, F-16, хорошие РЭБ, там есть хорошие модификации РЭБ, которым придется работать вот с новыми системами ПВО противника. Хотя вот
Я последнее время несколько раз об этом говорил, и вот опять заметно. Работа по ПВО противника сейчас ведется. Такое впечатление, что она ведется F-16 ракетами «Харм». Потому что в том режиме, в котором использовались раньше ракеты «Харм» нашими самолетами, мы не работали по С-400. А сейчас С-400 отминусовываются. Отминусовываются, скорее всего, «Хармами». А так отминусовывать «Хармами» могут только F-16. Не удивлюсь, что где-то пара F-16 у нас где-то есть и выполняет такую задачу. Но по 3 С-400 одновременно отминусовывать, ну, это серьезная техника. И именно вот такая с использованием ракеты «Харм», с управлением именно из кабины самолета. Наши старые самолеты это просто не могут делать. Может, это не F-16, может, это какой-нибудь там «Грипен» или еще какой-то самолет, который может управлять «Хармом» или любой противорадиолокационной ракетой. Но вот кажется... Ну, слово «кажется». Скорее всего, именно управление сейчас идет из кабины самолета противорадиолокационными ракетами. Так вот, нам нужно будет достаточное количество самолетов именно РЭБа для того, чтобы радиоэлектронной борьбы в чистом виде РЭБа, для того, чтобы можно было уничтожить как раз ПВО противника, включая и все новейшие их системы, а уже потом разворачиваться и выполнять задачи по завоеванию превосходства в воздухе, уничтожая в том числе и самолеты противника. А для этого уже нужны совсем другие самолеты, не те, которые нам предположительно передают первых модификаций с дальностью где-то 100 километров. Нам надо уже самолеты блок 50-52 с дальностью, то есть с ракетами, которые могут работать по дальностям хотя бы 160-180 километров. Это ракета AIM-120D Амраа, то есть с большой дальностью. И вот об этом Залужный говорит, что уже чуть другая ситуация, не та, что была год назад. Она чуть другая, и она для нас ухудшается, потому что россияне тоже, им же дали возможность зарыться за год или там за полгода, им дали возможность подготовиться к получению Абрамсов, там, Леопардов, им дали возможность подготовиться к F-16-м. К получению. И они подготовились, им же выживать, жить хочется по большому счету. Они готовятся, потому Залужный четко показывает, опять, как нормальный командир соединения или командующий, он четко показывает проблему, он показывает о том, что россияне готовы, и он показывает метод решения. Дайте больше и дальше, дайте другой модификации, лучшей модификации. Все правильно, грамотный военный подход. Ви згадали про знищення системи ППО ворога. Є інформація про те, що 30 жовтня вперше Україна завдала удару по окупованому Криму ракетами «Атакамс», і тоді ЗМІ повідомляли про пошкодження С-300 росіян під САКами. Гарване Рочі, так все ж таки, це були «Атакамси» чи ні? Ну, The Economist пише, що це були «Атакамси». Ну, от вопрос по... Я якраз об этом і говорив. Діло в тому, що перше, якщо під САКами, «Атакамс» туди не достати. Це ж все-таки нам дали 100 мильные ракеты, а это больше дальность. А так он смог попасть, допустим, по мысу Фиолент, то есть по Оленевке. Вот там еще мог как-то отработать «Атакамс», и то там тоже вопрос такой, что могли подойти те же самолеты, вот те, о которых я говорю, даже пары, одного, ну в основном работает парой, пара самолетов, которая могла отработать не «Атакамс», а так, это все-таки наземная система, баллистическая ракета, а отработать теми же «Хармами» с дальностью 150 километров. А если это были самолеты именно уже натовские, допустим, пара, то они могли отработать «Хармами» ЕР. Есть такие ракеты с дальностью 280, под 300 километров, с большей дальностью. То есть, в принципе, такая же противорадиолокационная ракета, только дальность не 150, как у «Харма», а дальность под 300 километров, но она точно работает снова, то есть с натовского самолета. Это может быть, еще раз повторюсь, «Грипен», это мог быть F-16, то есть F-15, F-16, вот такого уровня. Потому и вот видно работа по этим объектам, особенно по ПВО. Выбиваем ПВО интересными ракетами. Какими точно, ну, я так думаю, россияне будут, больше от россиян придет все-таки информация, потому что это должна быть закрытая информация с нашей стороны. Можно только как аналитику, так сказать, пофантазировать, что могло бы быть.
то. Но вот пока все показывает на то, что самолеты у нас появились. По крайней мере, хотя бы пара, вот именно пара выполняет такую задачу, и пара самолетов может вот отминусовывать одномоментно, работать, допустим, по либо по Луганску, то, что я говорил, С-400, либо по мысу Фиолент, либо по тому же по Сакам, по Новофедоровке. И удар, кстати, был недавно по южнее, по аэродрому Веселое, южнее Джанкоя. Туда тоже могла зайти либо такого рода ракета, это тоже ППВО, там аэродром, либо Атакамс, но уже Атакамс на пределе, там 100-мильная зона, ну, на пределе, может быть, Атакамс новый, 100-километровый. Якщо вже говоримо про Атакамс, є інформація зі Сполучених Штатів Америки, новина про те, що група республіканців у Конгресі закликала Байдена надати Україні ракети Атакамс більшої дальності, повідомляє про це Reuters. Так що тоді очікувати? Будуть саме такої більшої дальності? Я так розумію, що це мова йде про 300 кілометрів, так вже? Да, это уже 300-километровые, то есть республиканцы, мы несколько раз об этом говорили, среди республиканцев есть реальные ястребы, которые прекрасно понимают наши возможности, наши потребности. Они однозначно понимают, что российскую армию надо уничтожать, причем уничтожать ее в том числе и в Крыму, потому что требование передать нам атакамсы, это все равно, что требование начать уничтожать военные объекты в Крыму, потому что 300-километровый Атакамс нам нужен только для того, чтобы работать по Крыму. Значит, здесь вообще без вариантов республиканцы, ну, по крайней мере, эта часть, ястребами их все называют, они точно за то, чтобы уничтожить российскую армию в Крыму, выгнать ее из Крыма, восстановить территориальную целостность Украины. Ну, вообще без вариантов. Ну, то есть, именно это как раз об этом и говорит. Вот. И передача теперь самое интересное. Как только будет принято Белым домом решение по передаче нам атакамсов 300-километровых, это можно говорить тогда уже и о демократической, то есть видении демократической партии Белым домом такой же самой ситуации. Уничтожение россиян в Крыму, российской армии в Крыму, изгнание ее из Крыма и восстановление территориальной целостности Украины. Это будет таким, ну, большим крестом на российской надежде на то, что Байден все-таки вымутит для россиян Крым. Вымутит. Почему он нам не передает 300-километровые ракеты? Потому что оставляет еще, ну, во-первых, может, сам еще в надежде такой витает, и оставляет россиянам надежду, что Крым все-таки как-то удастся с помощью обамовско-клинтоновской этой администрации вымутить, вытащить из-под ударов. А вот как только Байден примет решение на передачу 300 километров, все, это уже накрылось, называется, атакамсом мечта России получить Крым в этой жизни. И щодо подій ще в Криму. От є інформація про те, що окупаційна влада Ялти відвідала Туреччину, у МЗС нашому різко все це, якби на це відреагували, і вимагають пояснень від Анкари. Паралельно Роман Григорович, ми знаємо про те, що Ердоган називав бойовиків Хамасу визволителями, а дії Ізраїлі нелюдяними. Скажіть, будь ласка, чи Ердоган готовий посваритися із Заходом, і чи це, можливо, з його сторони знову якась гра? Ну, Ердоган всегда играет. Это ж все-таки восточная политика, то есть восточник политик, он мудрый, там своеобразные отношения на Востоке. Он играет всегда. Здесь ничего сказать нельзя. То, что касается нас, допустим, было понятно, что Эрдоган что-то пообещал Путину за решение вопроса Карабаха для Азербайджана. Вопрос, что он мог пообещать, только Крым. Может, Крым и там не вступление Швеции в НАТО, ну вот пока, по крайней мере, поерзает. А вот Крым, это вот некоторые такие моменты, связанные с признанием оккупационной администрации. Вот что значит, поехали, оккупационная администрация поехала в Турцию. Это признание. То есть, и это, скорее всего, Эрдоган Путину пообещал, и он это сделал. Одно дело говорит, другое дело делает. То есть, здесь видна его такая барыжная душонка, ну, часть, по крайней мере, ее. По поводу Хамаса и израильского Цахала, то есть этого конфликта, здесь Эрдоган все-таки пытается занять роль лидера мусульманского мира в этом вопросе в том числе.
и перетягивает на себя, иногда даже больше, чем нужно, перетягивает на себя некоторые моменты. Допустим, по Хамасу это однозначная ситуация здесь. Ее не должно быть, так сказать, она не должна быть неоднозначной, там однозначная. Там есть часть террористов, которые конкретно зашли на территорию Израиля и убили больше 1000 гражданских лиц, еще и взяли в заложники. То есть это в чистом виде террористы. За террористов я не знаю, как может Эрдоган вообще заступаться, потому что эта часть Хамаса должна быть уничтожена. Механизмы могут быть разные. А вот по механизмам здесь уже другой вопрос. Механизмы полицейской операции, антитеррористической операции с использованием, допустим, частей ЦАХАЛа, но основная это спецслужбы, которые должны уничтожить террористов Хамаса. Без вариантов. Это уже не люди, которые убили гражданских и взяли в плен заложников. А вот все остальное действие, это уже старое противостояние, им тысячи лет этому противостоянию, сотни это точно, в которое вмешиваться нам точно не нужно, это все-таки Ближний Восток, это не наша война в этом смысле. А Эрдоган пытается как-то на волне, то есть пытается удержаться на волне, подняться даже, может быть, как пена над волной, поуправлять процессом, но ему нужны эта тиара руководителя или тиара человека, который может управлять некоторыми моментами, именно связанными с восстановлением какой-то справедливости или, может быть, именно на Ближнем Востоке, в мусульманском мире, и попытаться стать лидером этого процесса. Но это тоже восточное, туда лучше не подходить и близко. Это чужая война. Для нас она однозначно чужая. Вопрос в гибели гражданских. Вот сейчас, на данный момент, гибнут арабы, гибнут палестинцы, гибнут сотнями человек. Идут удары в авиации ЦАХАЛа, идут операции, войсковые, не полицейские операции, а войсковые операции. Две разные разницы. Одно дело полицейская операция, уничтожение. А это может в рамках антитеррористической полицейской операции уничтожение именно террористов. А армия не может работать чисто. Армия всегда работает по площадям. А это значит, сейчас идет убийство конкретно гражданских уже Газы. Причем по некоторым позициям перерастает уже и в геноцид, потому что выехать невозможно. Из Газы ж не выпускают палестинцев. Сейчас пытаются вывести людей с двойным гражданством. Там и наши, может быть, и наши выйдут, наших там до 400 человек находятся в Газе. А так получается полностью Газа закрыта, и это уже идет уничтожение, это значит геноцид. И здесь занимать сторону какую? Сторону ЦАХАЛа, который уничтожает арабов, допустим, или занимать сторону Хамаса, у которых одна из организаций террористическая, которая убила больше 1000 евреев. То есть и не только евреев, там же до 40 стран. То есть дело не в национальности, а просто убила гражданских людей. Потому этот процесс, он должен там стабилизироваться с помощью ООН. А ООН заняла немножко неграмотную, неправильную позицию. Потому пытается Эрдоган как-то поуправлять процессом, но, опять же, задача у него, скорее всего, не конечная цель именно решения проблемы, а у него задача повисеть над схваткой, называется, именно поуправлять, для того, чтобы одеть тиару руководителя мусульманского. Якщо говорити про ситуацію на фронті, попрошу вас, будь ласка, прокоментувати новину. Володимир Зеленський говорить про те, що пробують росіяни наступати на Вугледарському напрямку. Збройні сили України зупинили атаку, Росія несе втрати, в тому числі і десятки техніки. Як ви там на сьогоднішній день бачите ситуацію? І скажіть, будь ласка, активізація росіян по всьому сходу, з чим пов'язана? Ну, вони намагаються, у них не виходить нічого на Авдіївці, тобто вони зараз готуються к третій волні штурму, опять нехватка техніки, нехватка боєприпасів, нехватка топлива, ми уничтожили пару дней назад, хороший такой состав горел, и боеприпасов в том числе. То есть они собраться пока не могут.
для серьезной атаки, третьей атаки на Авдеевку, но тем не менее она однозначно будет, они торопятся до ливневых уже дней, которые в ближайшее время ливни начнутся. Та же самая картина у россиян и в районе Марьевки. Для того, чтобы выдавить, то есть общая задача стоит выдавить линию соприкосновения в районе Донецка, хотя бы километром на 30. Потому для того, чтобы вопрос решать по Марьинке, а им там нужно выполнить задачу выхода на Курахово, то есть в тыл Марьинскому гарнизону. Пока Кураховский гарнизон поддерживает с тылом Марьинский гарнизон, они ничего в лоб сделать не могут. То есть тоже была попытка для того, чтобы выйти на Курахово, им надо где-то прорвать фронт в районе Угледара. Вот были попытки прорыва фронта в районе Угледара, они были нивелированы с помощью нашей авиации и артиллерии. Большие потери опять россияне понесли в этой попытке, оттянулись обратно. Это примерно такие же попытки, как в свое время 155-я бригада морской пехоты с Владивостока пыталась штурмовать Угледар. Вот примерно такая же попытка была в ближайшее, то есть недавно за прошедшие сутки. Збройні сили України нанесли удар по російському командному пункту групування Дніпр, на півдні. Роман Григорович, це привіт Теплинського, якого тільки призначили. Назначили недавно Теплинского руководителем этого направления, то есть пытаются опять туда завести десантников, мы с вами об этом говорили, это им важно, так как не хватает сил, средств для удержания Херсонского направления, десантники, мобильные войска, Теплинский руководитель десантуры российской, потому ему дали это направление, тем более он уже там работал в свое время, когда выводил с правого на левый берег, выводил войска, прикрывая, кстати, теми же десантниками. Но однозначно за ним ведется наблюдение, то есть наша система радиотехнической разведки вычислили его местоположение, там, где проводил совещание, естественно, туда пришли. Вот туда могли, кстати, прийти атакамцы. Мы как раз по дальности атакамцы могли накрыть эту арабатскую, северо-арабатской стрелки, туда это 100-мильная зона, они туда достают. А уже какие, и там могла быть, кстати, такая комбинированная атака, могли прийти и атакамцы, и стормшеду. То есть могли накрыть сначала кассетами, накрыть охрану, оборону, тоже ПВО в том числе, а потом прийти стормшеду, добить уже то место, где собирались или успели попрятаться, по крайней мере, российские командиры. Но в ближайшее время будет, я думаю, расширенный уже отчет о такого рода ударе. Ну, с подтверждением гибели, если это получится. Чтобы не получилось так, как помните, удар был по генштабу Черноморского флота в Севастополе. И до сих пор, кстати, непонятно, где тот командующий. То есть не нашли ни тела, ни дела, не самого командующего. Ну вот надо подтверждение такое 100% для того, чтобы можно было доложить о том, что удар был по Теплинскому, и Теплинский уже где-то тепленький или не совсем. Будемо слідкувати за подіями. І на завершення нашої розмови три блиц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, Росія вийшла із договору про заборону ядерних випробувань. Чекаємо нових ядерних погроз? Ну, сам выход – это ядерная угроза, да. То есть они используют любые механизмы, это примерно как отзыв посла. То есть хочешь выразить свое фе в дипломатии, отзови посла, ну, вот это уже понятно, что какое-то фе высказал. То же самое картина и здесь. Выход из договора – это такое фе, которое выразили россияне по отношению к ядерному, то есть к ядерному клубу, по крайней мере. Действий, конечно, никаких не будет никто производить из россиян, смысла нет никакого абсолютно, то есть количество боеголовок, которое есть, оно зашкаливает там около 6 тысяч для выполнения такого рода задач, ну нет смысла. Хотя, конечно, в политическом, если будет стоять политическая задача, то они могут где-то что-то подорвать у себя, если получится, потому что там еще ж надо вопрос решить, они же давно ничего не подрывали ядерного, потому никто толком же ничего, кроме Северной Кореи, то успокоился этот пончик северокорейский. Потому могут этот вопрос решить для того, чтобы хотя бы даже посмотреть, а как оно вообще взрывается. Из всех живущих
уже сейчас никто не видел ядерного взрыва, но вот могут показать сами себе, по крайней мере. Невтручання Китаю у постачання зброї із КНДР до Росії – це підтримка нашого ворога? Я б не сказав, що вони не вмішуються. Наоборот, китайські снаряди йдуть через Северну Корею. Сейчас вот есть очень много радиоперехвата, который идет российского. Они видят китайские снаряды, причем именно китайские. То есть есть определенные таблицы стрельбы, в которых они, россияне, разобраться не могут. Бывают пороха, которые не подходят. Но если было северокорейское, это они в паре как-то идут, а вот если китайское что-то добрасывается, там большая проблема. Потому китайцы напрямую участвуют в отгрузке боеприпасов. Я думаю, этот вопрос, как только где-то начнется движение, то есть где-то будет захват артиллерийской позиции, погребка какого-нибудь, там окажутся китайские снаряды, и дальше их наш ГУР покажет обязательно в информационном потоке. Згідно останнього соціологічного дослідження, 70% українців вважають, що можна критикувати владу під час війни. Ви серед цих 70% чи до 30% інших належите? Вопрос в каком контексте? Здесь очень важно. Чи можна критикувати владу під час війни? Нет, я имею в виду, я понял вопрос. Вопрос, в каком контексте критиковать. То есть критиковать, допустим, за национальную позицию, за выполнение боевой задачи ни в коем случае нельзя, не то что не критиковать, вопрос этот поднимать даже нельзя. Надо вспоминать за 110-ю статью Уголовного кодекса, а там все четко расписано за потерю границ, ну и так далее и тому подобное. А критиковать власть нельзя ни в коем случае останавливаться. И был большая ошибка, когда остановили критику власти, причем довольно-таки такими волюнтаристскими методами. Это зря, это привело как раз к всплеску коррупционному, который заметили даже наши партнеры. И вот если бы у нас, это же система сдержек и противовесов. Как только вы противовес убираете, то уходит проблема на заоблачную высоту. Потому однозначно надо критиковать власть, причем в военное время еще жестче, чем в гражданское, не военное, так как во время боевых действий мы можем, во-первых, мы теряем очень много жизней, и мы можем потерять территории. Потому однозначно надо критиковать власть, тем более от критики власти. Только критика должна быть, ну, она должна быть правильной, грамотной. Вот как примерно такая же самая, как критика военных. Не критика военных, а когда приходит, вот мы с вами вначале говорили, приходит военный к своему командиру и докладывает: у нас вот такая-то проблема, и вот методы ее решения. Так вот, критиковать надо власть, предлагая методы решения. А если у вас нет методов решения, идите учитесь, называется. То есть вернитесь обратно и не критикуйте, просто воздух не сотрясайте. Приходите, поднимайте вопрос, однозначно надо, но предлагайте, как его решить. Ну, а вся остальная критика ради критики, она однозначно вредна сейчас. Потому здесь я и спросил, в каком контексте критика. Ну, мова йде просто критика дій влади під час війни. Чи доцільним є? Правильні помилкові дії? Отаке питання соціолог ставив. Правильне, 100%, тільки тоді, коли критикують ті, які критикують, предлагають метод рішення. Не просто критика як критика, а треба предлагати метод рішення. Або тоді не критикувати. Просто йдіть і учитесь, називається. Ну, це вже